Congrats. Ну что, раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Погнали. Изменение машины. Потрудимся сегодня еще. Готовьтесь к правому повороту. 1830 километров выдает до Барселоны. 700 километров, 694 выдает до Страсбурга. Нам нужно в Страсбург, потому что нам в Страсбурге нужно будет кое-что забрать. Что? Пока не скажу. Сохраним интригу. Вот точно. Нет, это все-таки это этот мост. Видите, машинка как едет наверху красиво. Снимать-то как бы, смотреть-то сейчас будет особо нечего. Что тут ночью по Германии снимать? Автобан? Вот осталось только нам сейчас отсюда вот выбраться. Ну, что выбираться? Вот сейчас на семерку выходим. На 7-й автобан. И покатили по нему в сторону Ганновера. И туда, на низ. Вниз, потом... Уйдем на 5-й автобан. В общем, мы уже ездили на катанной дороге. Вот семерка у нас направо. На следующем повороте поверните направо. Что делать? Выгрузиться в пятницу, это было бы в принципе даже очень здорово. Так, прямо и налево красный, направо. На стопе надо стать, да? Мы же в Германии. Изменение маршрута. Проедьте 1 километр. Скорость 5 км/ч. На следующем повороте плавно поверните направо. Что я так не понял, когда одна направо, другая налево. Куда ехать-то? Сюда, налево. Перепроложить на следующем повороте. Поверните налево. Затем на следующем повороте поверните направо. Что-то тут как-то на запутано все. Повороте, поверните направо. Маленькая едет. На следующем повороте пропустим. Направо. Еще одно. Чего вам не спится, господа? На следующем 25 направо. Минут первого. Вы уже спать давно должны, вы тут с велосипедами катаетесь. Так, вот направо Фленсбург-Киль. Видите, 4 метра высота, это туннели. Эльб-туннель, через Эльбу-туннель. Ну, а нам левее, там направо не надо. Это в сторону Дании. Туда нам пока не нужно. Нам... Мы идем на юг. С АДРами тоже, видите, класс Е с 5 до 23, там что-то, короче. Там тоже заморочки с этим туннелем. Не все так просто. Такой хороший, длинный. Доводилось под ним. Видите как? Осторожно! Вот у них частенько так вот дорожники работают. Через 300 метров. И на... Смотря на каком канале. Вот там у нас на русском, видите, на нашем 15-м. Там, я говорю, на поляков, на польском. На всех каналах кричит. Осторожно, опасное место. Старайся.
слышно какой. Датчики стоят. Так, прибор у нас работает. Все нормально. Ну, поедем. Проедьте 8,5 километра. Малость ночку поработаем. К Барселоне выйдем уже на дневной режим работы. Что, добрый путь. Покатили. Ну, неожиданно. Я не ожидал, что нас сюда растоможит. Как-то так. Даже сам слегка в шоке. Ну, в хорошем смысле, конечно. Я думал, что все-таки мы тут будем кочевать до утра. Не, вот едем, работаем. Еще мы где-то возле немецкого города Кассель. Вернее, мы его прошли уже по автобану, по семерке. Ну, до сюда дотянул за 4.10. За 4.10. Ну, думаю, надо часик посплю. Вот остается, нам дает 4.23 работы. Получилось, простояли 2 часа 22 минуты. В общем, будильник проиграл. Проедьте 31 километр. Час закончился. А время? 9 утра, это по Москве. Ну, по Европе, по Германии 7. Вот. Это получается, еще должен был выехать 1,5 часа назад. Час 20, ладно. Все, ну не могу подняться и все. Вот дает нам 4.23 еще проехать. Ну вот, не знаю. Сейчас, наверное, пробки в районе. Ой, в районе Франкфурта на Майне соберем. Ограничение скорости 30 км в час. Так-то с утра, ночью вернее. Так это хорошо пролетели, так лихо. Все ремонты, которые здесь, тоже много ремонтов по семерке было. Честное слово, просто не мог подняться. Ну, если бы я знал, что мне сегодня предстоит ночная езда, я бы поспал бы днем на пароме. Так нет, сидел в окошко, эту водичку рассматривал целый день. Любовался красотой Балтики. Я ж думал, я доеду до Гамбурга, на таможне, и лягу спать. А тут на тебе, немецкие таможенники сказали, гуте фарн. Что пожелали хорошей езды, а я не поеду. Как это так? Не, нормально. Ну, конечно. Сейчас днем выспимся. Получается 9 по Москве. Ну, где-то в час дня самое позднее станем примерно. По Москве это 11 по ихнему. 8 вечера, значит, мы тронемся, 9 часов отстоявшие. Все равно будет ночная. Но уже полуночная. Здесь-то всю ночь пришлось ехать, а там будет полночь, а следующая смена уже практически ночи не захватит. Что не сделаешь на благо концессии, приходится. Так что... Если голос еще сонный, только подорвался, смотрю, надо ехать. Ой, газуем дальше, в общем. Ну, наконец-то мы хоть день увидели. Ура, у нас расцвело.
Тут, не доезжая Майна, вот уже немножко едем. Ну, блин, что-то тут впереди кто-то попался. Ехали вот уже, наверное, километров с 20-70-75. Вот так вот. Ну, вот сейчас вроде ничего, поехали, может быть. Знаки, видите, обгон запрещен. Я понимаю, что сейчас кто-то начнет умничать, что это не обгон, опережение. Ну, хорошо, опережение запрещено. Ну, проще сказать, обгон. Сам факт, что выезд грузовиков во вторую полосу запрещен. И все, и тут вот едешь, едем так, друг за дружкой. А это нарушение этого знака тут дорогое удовольствие, если попадешься. Ну вот вроде ничего, наверное, тот, кто тихоход, который держал всю колейку, вот он сейчас направо, наверное, свалил на 661 автобан. Куда-нибудь туда. Туда. Ну да, вроде бы ничего, у нас тут все побежало дальше. Вот, осталось мне 2 часа 37 минут работы. И не знаю, забил заправку одну на пятерке. На автохов днем стоять смысла ехать я не вижу никакого. Да и там их, по-моему, и нету в том районе автохов. А может и есть. Ну, как бы забил вот заправку, 205 километров до нее. Интересно, доедем, не доедем, хватит времени. Вроде как Майн и дальше там все чисто, пробок нет. Тогда, по идее, должны долететь, так сказать, на полном, на последнем издыхании. Посмотрим. Так-то ночью хорошо пролетело, вообще красиво. А сейчас, видите, все опять движняк, все, все, повылазили, съедут. Машин много. Там ремонты дальше. Ну, что тут? Уже как будет. Другой дороги-то альтернативной как бы нету. Смысла нет никуда сворачивать. Поэтому, ну, может, повезет и дальше. И мы умудримся пройти эти 200 километров еще. Было бы вообще шикарно. А-ля Франкфурт Майн. Четыре полосы туда, четыре обратно, и все равно пробка собирается. Мегаполис такой, аэропорт такой, знатный здесь. Будем мимо него ехать, с правой стороны останется. Ну пока, тьфу-тьфу-тьфу, типа мне на язык не сглазить, пока летим.
первая Штау. Уперлись, но здесь как? Здесь соединение 5 и 6 автобанов со всех сторон. И плюс на ремонте. Я думаю, что вот нам только соединиться надо, а дальше все должно побежать опять. 97 километров, час 19. По идее, все пока еще успеваем. Как-то очень хочется до туда доехать, до той заправочки. Там водички надо набрать, запасы пополнить туда-сюда. Там, в общем, как-то на лесной стоянке стоять не хочется. Ну, я думаю, сейчас побежим. Сейчас вот потоки все сольются. Запустим этого желтенького, как вы думаете? Он не хочет разгоняться. Значит, за нами заедет. Ручьи все в одну реку сейчас сольются и побежим. Тут ремонт. Обычно здесь все стоит. Что туда стоит, что оттуда стоит. Но оттуда, я смотрю, нет уже ремонта. Наверное, закончился. А то было тут тоже беда. Может, дальше. Беда была еще та. Еще. Нет, вон ремонт. Только-только вот здесь заканчивается. Ну, тоже бежит все. Тут в пятницу, ой, катастрофа. Мамочки родные. Тут по 20 километров Штау собираются. Ну, не 20-15, я-то оттолкался. Ну, вроде ничего, побежали. Короче, валим уже на ограничители. Так-то я обычно езжу там 84-85. А здесь вот 90 выставил, ну, чтобы с запасом. Мы уже зашли в 10 час. Осталось уже 9 часов 2 минуты отработали и 70 километров. Думаю, на всякий случай поедем и так, как всегда. Тупан на бочке не едет. Наверное, 85 быстрее не идет. Давай, 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 давай. Брысь. Валим, валим, валим. На всякий случай лучше небольшой задельчик, чтобы был. Мало ли где какой-нибудь большой форс-мажорчик произойдет. Это Карлсруэ уже сейчас будем проходить. Сейчас как раз вот с левой стороны будет Бош знаменитый, куда с Энгельсовский Бош привозят, лейбы перебивают, и уже получается не Made in Russia или Русланд, а Made in Deutschland. Да-да. И такое тоже есть. Плавали. Вот он там, вот с левой стороны. Бош завод. Наверное, не будет. И будет. Ну, в общем, вот за этим зданием, вон он. Не, видно, вот он, прямо вот он. Мимо него едем. Доводилось тут бывать. Раза три. Так что, не все йогурты одинаково полезны.
валим, валим по максимуму. Быстрее не идет. Но если так все хорошо, если получается, нам останется где-то 1100 с чем-то километров до Барселоны. То бишь за вот эту ночь что будет по Франции. Но можно пройти нормально во Франции. И так движение небольшое по автобанам. По сравнению с Германией, я имею в виду. А еще и ночью такой. Я думаю, мы нормально туда куда-нибудь. За Лион, по идее, должны забежать. А там уже и до Барселоны-то будет рукой подать. Ну, посмотрим. Пока не будем ничего загадывать. Главное сегодня вот еще 64 версты пройти. И упасть на 9 часов в паузу. Даже в Чеха уперлись. Чех 89 едет, у меня 90 ограничитель стоит. О, какой др-др-др. Огонь. Что там, Мерседес, что-то тут. Кушать возят для Мерседеса. АЦ Карлсруэ. Может, Карлсрухе? Не знаю, я называю Карлсруэ. Может, неправильно. Хорошо, еще автобан широкий, обгоны не запрещены, можно валить. Что, Чеха тоже обойдем? Чеха мы будем долго обходить. Он 89, мы 90. Только что, если он сейчас упрется вот в кого-нибудь. Нет, не упрется. Работаем. Сразу говорю, мера вынужденная. Так, на такой скорости я не езжу. Не люблю я вот эти вот, что вот так вот на 1 км/ч быстрее едешь и вот мучаешься вот так вот, обгоняя его, полчаса во второй полосе виси. Не нравится мне такое дело. Как и хотели. Вообще все как-то так вышло. Тут красиво все. Где подвох, только вот не знаю. Где его ждать, с какой стороны. То есть выгрузились с корабля, заехали в Гамбург, растаможились и считайте, через всю Германию прошли. Тут, ну, до Страсбурга, ну, не дотягиваем, говорю, 15-20 километров, наверное. Поэтому все красиво. Осталось нам 2,5 и
Вышло у нас все это получится как раз 9 часов 50 минут работы. Захватили 10 час, ну, соответственно, и 15 часов заканчивается. В общем, заканчивается все. Что сейчас будет заправка. Заезжаем, становимся. И будем паузу крутить. Ну и, соответственно, опять как бы в ночь будем выезжать. Что сделаешь? Мера вынуждена, ничего страшного. Переживем. Не так часто. Как-то, правда, этим рейсом что-то вот мы зачастили по ночам. Но это вынужденная мера. Уже, думаю, следующей ночью мы там подкорректируем. Уже не будем мы на ночь выезжать. Все, вот она наша. Араловская заправка. Через 1 километр съедьте с автомагистрали. О. Затем плавно поверните налево. Машка кричит, спать поехали, хорош работать. Сдурел уже, что ли? Второй день закончится, мы еще не спали. Женщина приказала, все, значит, поехали исполнять. И не поспоришь же, рухаться начнет. Развернитесь, куда поехал. Посмотрим, может, здесь еще есть возможность мордой от автобана стать. Хотя сейчас. Холодно. Окна закрыты. Особо автобан-то слышно и не будет. Нет, мордой от автобана ты тут не станешь. Поэтому... Изменение маршрута. Где тут у нас дырочка в елочке? Ну, вот, например. Через 240 метров повернись. Далеко не поедем. Водичку. За водичкой сходим. Если есть на заправке. Подровняемся, чтобы красиво стать. Вот как-то так. Ну вот что получилось. Вот 10 минут осталось, видите. 9 часов 50 минут работы. Точки. Страна завершения. Германия. До свидания. Все. Приятных нам снов. Дневных, правда, но приятных.